лет. Это песня, с которой я первый раз пошла в большой конкурс. Это было на втором канале. Я ее спела, и мне сказали, что за мантра. Измени скорость, измени ритмику, играй по-другому, сказали мне. Я сказала, кивнула головой и пошла, попробовала. Нет, сказала я потом про себя, что я не буду петь ее по-другому. Это вот такая песня, как она родилась, так она и сложилась. И с тех пор так она и живет. Стихи Григория Эпштейна. «Странная песня». Прошлой жизнью.